21 февраля 2021 года около 3 часов ночи в Северском районе на 63-м километре федеральной автодороги Краснодар-Верхнебаканский между поселком Черноморским и поселком Октябрьским водитель 26 лет, управляя автомобилем ВАЗ-21074, двигался по федеральной дороге Краснодар-Верхнебаканский из города Краснодара в сторону города Новороссийска и допустил наезд на пешехода 56 лет, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, в невосвещенном месте, который переходил проезжую часть в неустановленном месте в темное время суток без светоотражающих элементов. Пешеход погиб на месте. 26 февраля 2021 года водитель 21 года, двигаясь по федеральной дороге Краснодар-Верхнебаканский около кафе «Рик» на повороте, не уступила дорогу пешеходу, переходящему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего допустила на наезд на пешехода, женщину 57 лет, в результате чего пешеход был доставлен в центральную районную больницу с травмами средней степени тяжести. 26 февраля 2021 года водитель 20 лет, управляя автомобилем ВАЗ-2115 при выезде с автодороги Афипская-Смоленская на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу автомобилю BMW X5 под управлением 35-летнего водителя, который двигался по федеральной дороге Краснодар-Верхнебаканский со стороны города Новороссийска в сторону города Краснодара. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ-2115.